В Итурау решают проблему нехватки мест в детских садах. Сегодня там открыли 3 новых типовых дошкольных учреждения. Объекты на 290 мест каждый, обеспечены они современным оборудованием. Таким образом, почти 900 детей охватят дошкольным образованием. До конца года в регионе планируют завершить строительство еще 6 детских садов. Население района Береги растет с каждым годом. Сейчас его жителями являются почти 20 тысяч человек. И это в основном молодые семьи с детьми. До недавнего времени здесь активно решали основную проблему по нехватке мест в детских садах. И вот сегодня с открытием нового детского сада детей и их родителей поздравил глава региона Серик Шапкенов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал особое поручение по решению проблем дефицита детских садов. Сегодня мы строим и открываем такие современные детские сады и школы во всех уголках страны, чтобы наши дети могли получать образование на должном уровне. Наше будущее начинается с наших детей, и потому мы должны уделять особое внимание этим вопросам. Проблема дефицита мест в детских садах по-прежнему остается сложной для региона с населением почти 700 тысяч человек. Сегодня в очереди стоят более 17 тысяч детей. Чтобы восполнить этот пробел, местные власти планируют до конца этого года обеспечить дошкольным образованием еще 2600 детей. Я мать троих детей, и я очень рада, что в нашем микрорайоне Нурсая открыли новый современный детский сад. Нам очень понравилось здание. Внутри все светлое, красивое, выполнено в современном стиле. Строительство детских садов продолжается и в отдаленных селах. В 2024-2025 годах планируется открыть дошкольные учреждения еще в 4 районах области. Нургуль Абильна, Арстанбек Кенже, Айбек Байзаков, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау.